Знаете, дамы и господа, я не часто хвастаюсь, но сейчас меня прямо-таки распирает от гордости. Ведь с самого начала я говорил, что этот Райан Купер далеко пойдет. С того самого момента, когда этот парень впервые приехал на Reactive Session. Так вот, сегодня мое предсказание сбылось. Я держу пари, серьезные дяди из Супер Промоушен уже строят на него планы. Настоящий фурор на гонках Reactive Sessions и привлек к себе внимание серьезных ребят. У меня есть кое-какие основания полагать, что скоро он будет играть по-крупному на этих гонках JPEG. И сейчас я хочу... Так, на чем мы остановились? Я вижу стоянку, и там вообще нет свободных мест. Даже мотоцикл некуда поставить. Не ожидал, что в этом уикенде Reactive Sessions будет столько болельщиков. С утра их было поменьше. Ого! Ничего себе, простите, там что-то происходит на стоянке. С вами был Роджер Эванс, увидимся через 10, да нет, пожалуй, через 20 минут. Yes!
out when we've had enough. It's when we say more, cause we can never have enough. We'll always want more money, more cash, more flow, more dough, even more soul, even more cash, even more dough. More tap, spit lines, tick, track a spit rhymes when I spit grind, be a mic. More kick, more snare, more claps, more bits, more sips, looking more fat. More power, more bigger beast them. More speed, more BPM. More people kicking back with the dax for the back. Knocking back to the flat. More people letting go, from a flow, don't hold back. Let it show from your head to your... From your head to your toe, move to the beat with your feet, start shaking your bones. Yeah, from your head to your toe, move to the beat with your feet, start shaking. Чуть не забыл, с сегодняшнего дня в гонках Reactive Sessions участвует Райан Купер. Думаю, многие знают это имя, но прежде всего по полицейским сводкам. И, конечно, я рад, что Купер наконец-то направил всю свою энергию в звездное русло. И прежде чем мы продолжим, хочу предоставить слово... Где он там? Да. Ну ладно, а пока продолжим наш разговор. Ну а пока у нас коротенькая пауза между заездами, давайте пробежимся по программе сегодняшнего дня. Итак, в 14 часов у нас конкурс диджеев, уже более полусотни претендентов. Кроме того, постоянно работает выставка экзотических машин, там есть на что посмотреть. Ну и наконец... Ladies and gentlemen,
была сегодня тоже с нами. Кстати, мне тут рассказали про них чудесную байку. Говорят, что каждый новичок, которого они принимают к себе, должен протаранить полицейскую машину, а потом умчаться от нее. Вот такое посвящение. И сейчас я хочу всем вам сообщить, что... Так, секундочку. Слушай, ну передаем, 6 примерно закончится, ага. Да, 6. Так, пардон, я отвлекся, и давайте продолжим. Так, ну а мне настала пора наконец-то отойти от микрофона и пообщаться с участниками сегодняшнего заезда. Напоминаю и вам, доступ на трассу все еще открыт, и вы можете смело подходить за автографами. Если не боитесь, конечно, я вот порой признаюсь, побаиваюсь. Леди и джентльмены, прошу вас не расходиться. После короткой паузы нас всех ждут крайне интересные заезды. Глядя на эти великолепные машины, я невольно вспоминаю слово «мощь». Любопытно, кому из гонщиков удастся лучше раскрыть возможности у этого автомобиля. Сигнал подан, моторы ревут, и вот гонщики устремились вперед.
блестящее выступление Райана Купера. Этот парень носится так, словно на хвосте у него вся дорожная полиция страны. Сегодня он просто неукротим. И как я уже говорил пару минут, мы сейчас... Так, прошу меня обратить на минуту. Да, вот так лучше. Итак, на чем мы остановились? Ну а тем временем Reactive Sessions проводит... Что проводит? Правильно, лотерею. Вас ждут свиданные бейсболки, футболки и даже настоящие шины Мишлен категории Z. Сделайте подарок себе и своему автомобилю. Чтобы принять участие в лотерее, просто подойдите к сувенирной палатке с логотипом «Правильно» Reactive Sessions. Ну, если кто-то еще этого не знает, то зовут меня Роджер Пивот. Полицейского вертолета. Вот так вот. И если вдруг кто-то из вас захочет, ну, скажем, просто так, потренироваться в ночное время, то будьте предельно осторожны. Токийская полиция шуток не любит. Эти ребята с большим интересом следят. Если сегодня он в форме, всем остальным придется туго. Этот парень действительно хорош в треке. Какие же гонки без Райана Купера?
уже собрались представители нашей славной дорожной полиции. Я вас предупредил, и мне бы совсем не хотелось повторения того, что было в прошлый раз. Тогда, напомню, кое-кто решил погоняться после завершения соревнований по городским улицам и сорвал нам весь... Взгляните на этот Камаро 67-го года, отлично подготовленный для дрифта. Его владелец Тони Манила, один из немногих европейцев Стаж Юнион. Тони попал в Японию по студенческому обмену и там познал, что такое дрифт. Увидел и заболел навсегда. Говорят, что впервые его арестовали в Токио, и он притворился, что ничего не понимает. И тогда парня отпустили. К сожалению, все работало это один лишь только раз. Во всяком случае, я очень рад, что он снова с нами. Минуточку. Так. На старте он или нет? Ну-ка. Итак, дорогие друзья.
отличаются особой жестокостью. Да-да, именно жестокостью. Ведь судя по количеству ободранной краски и мятого железа, здесь сводили старые счеты. Наверное, кто-то решил, что React Steam Sessions самое подходящее для этого время. Ну что ж, в жизни бывает всякое. И сейчас я хочу... Да, простите. Так, на чем мы остановились? Итак, дамы и господа... Так, пардон, я отвлекся, и давайте продолжим.
Ну и частенько меня спрашивают, сколько всего у уикендов Reactive Sessions я пропустил. И ответ таков. Всего три. Первый раз у меня была сверхурочная работа на Новый год. Кстати, я до сих пор жалею. Уникальная возможность подойти к своим кумирам, пожелать им удачи и посмотреть на эти машины вблизи. Все это еще можно. Но ни в коем случае не вызывайте гонщиков на поединок. Я не шучу. Ведь стоит им принять ваш вызов, и наши вечерние заезды попросту не состоятся. Извините. Простите, в чем дело? Да, ладно. Итак, outside the girls, outside the women, men, yeah.